дела? Хорошо. Ну что, пойдем? До свидания. До свидания, счастливо. А вот это кто? Это, наверное, папа, а это мама. Угу. А это, видишь, вот это, смотри, это зуб. Невероятно используется для нападения или расширения добычи, видишь? Да, вот один я, коготь, и говорю, да, я и хотел тебе сказать, что... Да. Желт такой воткнулся еще раз. Она зря. Еле вытащила его. Желт решила спасти. Кинула. Да. С вами бежит. И тут уже почти выехал. И тут... Знаешь, кого я убил? Я убил вот этого черного, плохого. Прям с одного удара я ему голову оторвал. Это супер удар. И этот ее бьет, и он взрывается, и она взрывается. Правда влюбилась? Да? Слушай, я не знаю, может, ну, вроде да, 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 я не знаю. Денис, я в Денис влюбилась. Водитель у нас. А что? Он отличный парень, слушай. Ну, скажи. Я говорю, ты чем занимаешься? Ну, как бы, я говорю, ну так, в жизни. Он рассказал, что он бывший футболист. Я говорю, игра, что ты, ну, как бы, ну, сейчас вот больше не футболист. Ну, так он мне, типа, много лет. Сказал, сколько ему лет? Держу вообще. Денис! Денис! Ура! Денис! А ты знаешь, у него как там? Семейное положение? Да. Не знаю. Денис! 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 Еще. Подпрыгивай, бегай. Я маг и волшебник. Здорово. Ух ты, еще. Теперь нападай, как будто ты нападаешь. Сейчас будет фотография. Моя борода. Разноцветная и зеленая. Да, ты как будто колдуешь. И здесь такой ветер. Да. О, давай, да. У него плащ. Летишь, как будто летишь. Ты не падаешь. Ой, господи. Что ж такое? Что такое? Я не знаю, мне прям аж это темно стало. Ой, подержи, подержи. Там знаешь, почему у тебя темно? Почему? Потому что ты руками сейчас закрывала глаза. Да нет, я когда фотографировала, мне прям темно стало. Нормально все? А может кофейку? Давай. Так. Данил, держи. Слушай, я тебе не помогаю, но я просто в этом. А тебе с молочком кофейку? Нет. Мне одна ложка, один сахар. Одна ложка. Я на работе уже столько кофе выпила. А ты мне сахар положила, нет? Да, положила. Я ее сюда принес. У меня опять башка начинает болеть. Слушай, а можно еще одну таблетку такую выпить? Как ее там подъязычной? Подъязычной, да. Но лучше еще водой запить. Я сейчас прыгну. Раз. Два. Сейчас, подожди, не прыгай пока. Сейчас. Даня, иди сюда. Данила, ты уверен, что ты черный хочешь? Давай ты будешь красный. Ну давай, Сёж. Хочу спать. Тебе показать взрослым? Угу. Так много спать, несносный мальчишка. Сейчас же. Митя. Митя. Сейчас всю неделю. Ты наказан, ты понял? Нет, ты понял? Нет, ты серьезно? Ты остаешься без мультиков. Я не шучу. Ну-ка, закрывай глаза. Покажи взрослого. Еще. Пожалуйста. Сейчас придут. Мама.
Покажи взрослого. Давайте заведу робота какого-нибудь. Покажи взрослого. А? Оденусь я вас как себя. Это ты будешь ему говорить. Покажи взрослого. Ну, ты меня совсем не жалеешь. Так нельзя же. Покажи взрослого один раз. Нет, ты не можешь так, Митя, вообще не реагируешь. Так, Митя, все, хватит. Ты можешь здесь спать? Я уже не могу просто. Уже просто сил никаких нет. Ну, мы просто поменяем поставщиков. Да, Артур Михайлович. Я сама вкручу лампочки. Артур Михайлович, давайте мы завтра с вами встретимся, мы с вами договаривались, и завтра мы все прям по списку прям обсудим. Хорошо? Артур Михайлович. Да, просто уже... Давайте завтра, да, с вами созвонимся. Просто если Оксана отошла куда-то, то можно отнести за нее салат. Ты вот заметил, как только я захожу на кухню, сразу здесь начинают все убираться. Пока я не прихожу, никто ничего не убирает. Оксана, ты же баска с кефиром подогрей. Что давали сегодня? Горячие. Розыка, да. На что, розмарин находится? Там на восьмом жалуются, что розмарин не могли салат. Вот мне кто-нибудь скажет, это вот ноу-хау, да? Вот мой холодильник, который мы купили, черт знает за сколько, и вот здесь вот скотч уже налеплен. А, ну это же заглушка. Заглушка? Ага. А вот это что такое? А, это у нас сегодня, привезут сегодня. Это для бумаги. А бумага где? А и мыло тоже, я так понял, нет, да? Ничего нет. Бумаги нет, мыла нет, скотч приклеен. Нормально. Ой, а что, вода только холодная? Ну, горячая. Горячая вода, почему холодная? Ну ладно, дай посмотри. У меня, знаешь, рука вообще. Ну, я тебе говорю, вот смотри, вот я тебя трогаю. Я... Ну, я вообще не понимаю, вот я это рукой... Здрасте, не понимаю. Я тебе говорю, что я не чувствую, что, видишь, у тебя такая рифленая эта штука. Ну. Вот, а я, видишь, так беру, я даже, вот я когда нажимаю, я не чувствую. И ты не понимаешь, за что ты берешь? Ну, я чашку держала с Артуром Михайловичем, я и разговаривала. И просто я обожглась, вся тут, видишь. Это еще. Слушай, может, тебе на иглоукалывание не тогда к Сан Санычу сходить? Во-первых, он тебе поставит диагноз сразу. Угу. Он тебя по позвоночнику вот так пройдет. Может, к терапевту лучше все. Не, ну а что, одно другому не мешает. Сходи к терапевту и к Сан Санычу зайди. Или вызови терапевта на дом, и все. Чего тебе самой-то ходить? Так, в порядке. Значит, началось все с
того, что у меня появилось странное ощущение в руке. Вот в правой. Какого рода? Ну, потеря чувствительности. То есть я не чувствую, например, кружка горячая или холодная, вода. То есть, например, кружку могу взять, кипяток и держать прежде, ну, долго, прежде чем я почувствую. Угу. Вот. Потом, ну, когда я веду машину, то есть у меня такое выключение сознания как будто происходит. Угу. Вот на секунду прям раз, и потом... Я, ну, там какой-то. Потом я пошла на рынок и фрукты я покупала, как это называется, господи. Апельсин? Нет, не апельсин, а вяжет, который. Хурма. Да, вот. Дышите. Еще раз. Так, хорошо. Так, давление у вас немножечко повышенное. Это ничего страшного, ни о чем плохом это не говорит. Да, это может быть сезон, понимаете? Uh-huh. Такая погода, да, витаминоз, организм устал за зиму. Может быть, точнее не может быть, а скорее всего, ваши переутомления постоянные. Я вам выпишу таблеточки, пропьете курс таблеточек, витаминки обязательно. Uh-huh. Побольше отдыха, побольше свежего воздуха. Вы все-таки молоды, у вас ребенок, вы должны себя беречь как можно больше. Баловать себя, любить. Заведите себе любовника, если не имеется. Ну, женские эмоции, хорошие женские эмоции. Один из самых лучших препаратов от всех недугов. Это Фил Джонс, ему 19 лет и неплохо читает. Мам, смотри, осьминог-мутант. Это же бутылек. Так я и говорю, мутант. Так, это же мой бутылек. Так, я вот 3 дня уже еще. Дай-ка мне сюда. Да. Мить, ну тебе что, игрушек мало? Да, мало. Ты мне уже 100 лет ничего не покупаешь. Ты просто обалдел уже от наглости. Так, ты вообще должен готовиться. Кого ты там играешь? Пиратов. Ну, так и чего? Я не вижу, где пират. Смотри. Угу. Я. Эй, дай мне. Это мой бутылек. Все. Ху, ху, ха, ху. Ху. Давай. Давай. Ноги у тебя ледяные, понимаешь? Ты чем был занят? Я придумывала историю. Какую историю? Про пьянство без конца. Про пьянство без конца? Да что ж это за история, интересно? Это история, что птеродактиль прилетает со своей планеты и хватает крокодила. И забирает его на свою планету. Но потом крокодил говорит, что и не надо грубить. И птеродактиль это поднимает и возвращает крокодила опять на свою планету Земля. И тоже становится таким же, как крокодил. Ясно? Да. Мам, хочу печенье. Сейчас, милый. Черепашка-ниндзя всех перебила. Угу. Класс. Дышать? Еще? Хорошо. Ага. Этот нет, а этот? Ага, хорошо. Руки в стороны. Глаза закрыть. В стороны. Руки ко мне обе. Хорошо. Пальцем этой руки достать кончик носа. Кончик носа. Так. Снимки были? Нет. Снимок головы не делали? Mm-mm. Хорошо. И такие слова, как КТ и МРТ, вы не знаете, да?
Слава знает, но никогда не искал. Понятно. Хорошо. Значит, я делаю снимок и прихожу к вам, да? Вы делаете снимок, приходите ко мне, и я вас отправляю в соответствии с тем, что увижу. Тогда можем говорить определенно. Угу. А что так? Это примерно так может быть? Паника. Они бегут, помогите, помогите, наш город напал, Годзилла. Фонарят. Мам, расскажи еще про аварию. Я тебе уже 100 раз рассказывала. Смотри, вот я, да, вот это я. А тут тащится вот этот, видишь, он как-то так быстро так проезжает вот сюда. Я врезаюсь прямо в бок. А он дальше поехал. А меня начинает кружить просто по всем полосам. Мама! И так меня прям кружит. Тут все... И меня несет на обочину, и там я просто... Стоп так. Приезжает скорая, все... А я так лежу на руле и даже ничего вообще не чувствую, представляешь? Я такая, где я, кто я? Просыпаюсь, у меня... Рука вся забинтована, представляешь, все. А в голову они говорят, вы знаете, вы не волнуйтесь, мы тут вам вставили такую железную штуку, так что вы не волнуйтесь, теперь у вас железная голова. Как у железного человека. Вот. Так что она никогда теперь у вас не будет болеть. Страшно? Ага. Давай, заказ, который с собой спускаешь, выбирай. Мозг, так что теперь я все буду забывать. Прошу этим не пользоваться. Ну все, друзья, за работу. Да, давай.
Михайлович, вы чего здесь? Хотите на свидание меня пригласить? Слушай, подожди. Положи все это. В общем, так. Угу. Если нужны будут деньги на операцию, на лечение, нет проблем. Понимаешь? Понимаешь? Нет проблем. Я пошел. Все? Все. Все. Возьмите Юльку управляющую вместо меня. Так, этот вопрос закрыт. Ура! Юльку иду поздравлять. Слушай, что тебе там колят, а, в вашей больнице? Ты когда на пенсию пойдешь, тогда и будешь себе замену искать. А сейчас иди работай. Трудотерапия, между прочим, алкоголиков лечит. В общем, нужны будут бабки. Звони. Артур. А? Ой, ну что это за приставание на рабочем месте? Пока. На йогу записался? Слышь ты, йога, иди работай. Я думала, меня на свидание пригласить. Что ж такое? Алло, Юлька. Ну как вы там? Все нормально? Угу. Ну, волнуйся, они динозавры сейчас выращивают там. А, динозавры выращивают. В общем, занят. Не надо его так, он из себя так воздух выдохнул. Да он, да он, да он. Его там... Надо, чтобы он под водой лежал. Ну, сейчас еще минут 20 докапаюсь. И приду, ладно? Давай. Аккуратно там. Угу. Ну все, давай, спасибо, пока. Ну вот смотри, так кажется толстый. Толстый, а так маленький. Тоненький, толстенький. Тоненький, толстенький. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Не, ничего. Итак, в первую очередь вам нужно собрать медицинские обследования для Мити, затем фотографии, и я бы вас попросила сделать DVD. DVD с его видеозаписями. Есть у вас какие-нибудь домашние видео? Да, да, да. Ну... Просто какие-то там, то, что я снимала утром, ну, любительская съемка. Да, да. Перекачать это на DVD и предоставить это все мне. Сколько по времени? Минут 10. Угу. И вы будете показывать это потенциальным родителям? И если они заинтересуются, я буду с ними встречаться? Да. Так вот совершенно все точно. Чем скорее мы это сделаем, у нас все будет на руках, тем скорее мы сможем начать процесс поиска. Хорошо? Значит, видео, фотографии... Пришлите мне еще, пожалуйста, все, что вы мне сказали, на e-mail. То есть я все забываю. Хорошо, нет проблем, я сегодня же вам все вышлю. Ну, там все просто. Но цена вас устраивает. Да, да. И простите, что еще раз вас спрашиваю, но вы уверены, что не хотите оставить ребенка с бывшим мужем? Давай, 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 давай. Че ты ползаешь-то? Че ты ползешь-то? Опал, не можем быстрее. Да ты не ползи, ну! Ну давай! Это уже не повезло, чуть-чуть. Уже в главном составе играют, сейчас хоть и более не забьют. Не-не, они разыграются. Веришь, да? Да, разыграются. Как всегда. Бой, там скребется кто-то в дверь. Сходи, посмотри. Твоя же квартира, ты хозяин. Надоели. Привет. Привет.
тебе можно? Можно. Туда повесь. А, не снимай обувь. Проходи на кухню. Ко мне тут ребята пришли хоккей посмотреть. Здрасте. Нет, нынешний день жена. Проходи сейчас. Вот, садись. Чайку будешь? Давай. Черный, зеленый? Зеленый. Угу. А я тебя обманул. У меня только черный. Давай черный. Правильно, нужно чайку попить. Холод-то нереальный. О, лампочки занимаюсь. Ну, правда, бракованные. Завтра придется на склад ехать и обменивать их. Выпей чайку с дороги. Хочешь печенье? Юбилейное. Как в детстве, да? Не, вообще тема классная. И лампочки-то. Вот. Скоро весь мир за них перейдет. Статья была, правда, не знаю, черт, этот журнал или не этот. Ты вообще, знаешь, на самом деле, это даже полезная вещь. Вот эти обычные лампочки, да, они как бы импульсивные, моргают. И это просто наш глаз привык, а на самом деле, ну, мы не видим этого света. А вот эти лампочки, их даже можно в оранжерее, их растения видят. Под ними они расти начинают. Это, кстати, говорят, что вот эти лампочки энергосберегающие, они белые, непонятно. Нет, на самом деле, это самый правильный свет. Если ты винтишь их во все комнаты, это будет очень хорошо. В туалет, в ванну. От них витамин D3 вырабатывается. Это тут вот написано. Вот. А от этих импульсивных, не, ничего. Где же эта статья-то? Вот. Да, у меня... Повезите наши полки, Катерина! Повтор, дай повтор посмотреть! Слушай, я сейчас повтор посмотрю. Ой, иди ты. Ай, молодец! Ай, красава! Затолкали, затолкали! Я тебе говорил, а ты... Затолкали. Я же говорил, наши разыграются. Разыгрались. Наши-то. Прошлой шайбой, да, Тарасенко открылся на дальней штанге. Великолепный коршет. Коршет, да, 3-3. Как там маленький-то? Вообще-то он уже не очень-то и маленький. 5 лет. 6. Карате, наверное, занимается. Нет, он не ходит на карате. Ну и правильно. Я тоже люблю эти карате, тэквондо. Слушай, у меня тут такое дело с этими лампочками случилось. Я на складе-то проверил, конечно, две коробки, они там плотные были. Пошел с ними в машину, сел. А что они там и как грузили? Я не проследил, дурак. Мне посмотреть, что они мне там грузят. А я сидел в машине, поленился. Вот теперь не знаю, что мне с ними делать. Теперь говорят, плати за всю партию. Но я же их не разбивал. Отложи мне 2000 на жизнь. Вот спасибо. Отложи 3. Я бы на вашем месте еще раз обо всем хорошо подумала. Я вообще-то очень хорошо подумала. Думаю, на сегодня я все выясню. Если что, я вам позвоню, хорошо? Люба. Угу. А это твой брат делал видео вечеринки на 2-летие? А, ну да, Антоша. Дай телефон. Антон, я вот хочу смонтировать маленький фильм про своего сына. Ну, я понял, я Любу говорил. Да, вот у меня материал весь на флешке, на жестком диске, вот тут на дисках.
Разберемся. А какой хронометраж? Я хочу минут 15-20. И выберите такие моменты, где он улыбается, там, таких трогательных побольше моментов. А когда вам видео надо? Через 2 дня сможете? Ну, я рассчитывал на неделю, как бы у меня другие заказы. И... Понимаю, какой у нас выход из ситуации? Ну, 5000. Если добавить, будет хорошо. Дело в том, что один из нас не может иметь детей, вот, и это привело нас сюда. Нас все устраивает, да, мы посмотрели ваш диск такой нормальный, хороший, такой симпатичный парень. Мы очень любим друг друга, вообще мы 4 года в браке. Она продает таблетки, она очень хорошо упакованный человек, у нее прекрасный дом. Мы, кстати, фотографы, у нас своя фотостудия, профессиональная. Ездим по разным городам. Наша фотостудия «Мираж», она очень известная, в принципе, по России. I would like you to know that I would be a wonderful, wonderful mother. Please trust me. Мы сейчас это не изобразим просто, но это было настолько искренне, мы просто схватились друг за друга и так. Это он, смотри, смотри. We found him. We found him. Я хочу ему дать настоящую мужскую профессию. I think he will look like me. Did you notice he has my eyes? Isn't it my eyes? No, my eyes. No, my lips and my eyes. No, your nose. Мне кажется, что из него вообще получится то, что я не смогла в себе выразить, понимаешь? I was watching the DVD and I paused it on your son's face and it was like, oh my God, that is what my son would have looked like if he'd been born. На самом деле можно сделать следующее. Чтобы ребенок к нам привык, можно провести небольшой процесс адаптации. Для этого можно взять его на какое-то время, на час, на два. Можно с ним пообщаться, погулять, поговорить, послушать, чем он живет. Да. И уже исходя из этого, каким-то образом постараться почувствовать его, принять его таким, какой он есть, и дать ему возможность нас почувствовать, принять такими, какими являемся мы. Правильно я говорю? Она спрашивает, говорит, прикольно. Говорит, на кого похож? Я говорю, ну, а вот так. Говорит, на Джима Керри. Только на Джима Керри лысого такого, знаете, который раком болеет. You know, it's as you know, cancer is serious. You know, I don't need to tell you that. And let's get him tested and let's see what's wrong before we start discussing who, if I don't want him or anything, because, you know, it's, of course I want him. As soon as I saw him on the DVD, I fell in love with him. Все нормально будет, не беспокойтесь, с Виталиком все хорошо. Ну, это другой мальчик. Какой мальчик? Ну, это... Виталик? Это был предыдущий. А кто у нас на обоих на компьютере? Ну, это же Дима. А, это Дима. Да, это Митя. А, это мы сейчас про Митю говорим. Митя, ну, да. Ну, я его имел в виду, да. Насчет диска? Да, правильно. Да, я общалась с Катей, потом она показала ваш диск.
Я его посмотрела сразу 3 раза подряд. И позвонила вам. Вы можете немного рассказать о себе? Кто вы? Чем занимаетесь? Угу. Мне 34 года. Я родилась в Ростове. По образованию ботаник. У меня свой цветочный магазин. Да, я давно всегда мечтала, наверное, открыть свой магазин, но сначала это было сложно. Наконец, год назад получилось, теперь я хозяйка цветочного магазина. Можно будет прийти к вам? Да, конечно. А вы замужем? Да, я замужем. Моего мужа зовут Сергей, у него своя строительная фирма. Понятно. А вы давно женаты? Да, уже 7 лет. А, и у вас нет детей своих? Нет. А почему? Я не знаю. Мне объясняли, но я так и не поняла. Я обязательно пришлю вам все медицинские справки, и там будет этот диагноз. А хотите, я вам тоже пришлю? У меня вот такая вот папка. А это ваше совместное решение с мужем? То есть у вас долго не было своих детей, и вы решили... Взять ребенка, конечно. Да, взять ребенка. Но мы давно хотели. Как-то сейчас поняли, что пришло время, наверное. А почему именно Митя? Когда я увидела Митю, просто захотелось быть с ним рядом. Глупо, наверное, рассказывать вам. Вы и так знаете, что он замечательный. Такой живой. Такой смешной. Ой, простите. Будьте здоровы. Ой. Здорово, как если вы сказали, будьте здоровы, я сразу выздоровела бы. Я буду вам еще много разных странных вопросов задавать, так что вы не обижайтесь. И давайте начнем с того, что я приду к вам в магазин. Когда? В какой-то момент. Да вы не волнуйтесь, вы мне очень понравились. Вы знаете, я вас увидела, и мне стало как-то легче. Потому что весь предыдущий опыт встреч меня расстраивал. Я очень рада, что вы появились. Рада с вами познакомиться. Инна. Как вас зовут? Я просто все забываю. Ольга. Шутка. Часто люди приходят за букетом, знаете, не успели купить подарок или даже для себя решили, пока мы делаем букет, там часто не очень быстро это получается. Чудесные такие вещи. О, а это что за вещь? Это керамическое изделие с элементами дутого стекла. Пользуется бешеной популярностью, продано 0 штук. Я вот как раз и думаю, что мне типа такой урна понадобится скоро, понимаете? А она открывается? Такая симпатичная, с цветами уже. Я думаю, только поместится туда, наверное, да. Или в такой. Нет, но это для полных, да, на? Ладно, что тут еще? А свиней наши делают? Нет, свиньи — это финские. Финская свинья. Почем она? 2800? Ну, импортная. А это у вас что за дощечки такие? Сертификаты. Школа икебаны. О, вы мастер икебаны? Самая востребованная профессия в мире. Телефон просто разрывается.
В смысле, вам звонят из Японии и заказывают? Да, кибан? Постоянно. Просто каждый день нам заказывают по 10 кибан. Императорская семья, ну, другие члены королевской фамилии. А как ваше имя по-японски? Вон там написано, видите? Вон там человечек перевернутый. Угу. И домик рядом. Вот это я. Класс. Угу. И костюм у вас такой японский. Ну вот познакомься. Это мои друзья Ольга. Привет. И Сергей. Митя. Привет. Сергей Митя. Работает, представляешь, строителем. Он может построить целый дом или детский сад. Меня возьмешь на стройку? Конечно. Если только в каске можно так ходить. Да, там такие классные каски, огромные, оранжевые. Да, тут тебя либо кирпичом раздавят, либо тележкой раздавят. Либо краном, кран может упасть. Что это трех? Раз, два, три. О, фигурка. Значит, сила 16. Видишь, всякие способности 14. Удача 5. Сейчас его на подставку поставим. Вы знаете, у императора, у владыка ситхи, было 30 удачи, а у этого 5. И у него была самая большая сила 100%, а у этого 16%. Так что он его порвет, как тузик грелку. Сейчас я оставлю вас на секунду, я принесу салфетки, да? Хорошо? Угу. Не боишься? Нет. Спросите, он скажет, пойдемте там в Макдональдс, давайте чипсы. Да-да. То есть это все, как бы, вы можете сказать, что да, это, но после того-то. То есть не отказывать ему, а просто сказать, что это все можно, но только если мы сначала там съедим суп. Можете ссылаться на меня, что а мама сказала там, что так и так. То есть после супа можно безумие. Я, кстати, готовлю отличный суп. Вот. Если вам будет нравиться, вы можете мне позвонить. Что? Он был вкусный. Не тот, который на прошлой просто неделе. Я приготовила суп с грибами. Сережа сказал, что это за суп с жвачками? Просто грибы были сушеные, они не успели. О, ты хорошо готовишь, кстати? Я хорошо готовлю. Сережа, она хорошо готовит? Сережа, я скажу, что я хорошо готовлю. Очень просто вкусно готовит. Сережа, мама очень вкусно готовит. И по сравнению с его мамой, я, конечно, не дотягиваю. Соревновательно. У Ольги все время, да, такой комплекс неполноценности? А давай да? Ты придешь? Я не знаю, я, может быть, не очень хорошая мама, я не очень хорошо готовлю, я не очень хорошая жена. Расскажите мне, как вы познакомились? Расскажи. Я как раз только приехала из Японии, пришла в театр, и прозвучал звонок на перерыв, на антракт. Я очень медленно встала, и там много людей, они начинают зашуршать там какими-то бумажками, там все женщины, там пойдем, мужики там бегут скорее в кафе, что-то выпить. И я вот так вот поворачиваюсь сквозь всех этих людей и смотрю, в глубине зала стоит человек. И в тот момент мне показалось, что он тоже вот совершенно в другом ритме, нежели все остальные. Я прям увидела полный зал людей. Знаешь, ощущение, встречаешься, прости, с человеком каким-то? И тебе кажется, что ты с ним, знаешь, когда взглядом пересекаешься, и думаешь, чего она на меня смотрит. Чего она на меня смотрит? Да. Вот его первая мысль. Нет, да. Что-то это. Чего она на меня смотрит? И как ты это, знаешь, вот это его. Честно говорю. Парк. Что, про что вы говорите? Нет. Да. Нет, все. Простите, маму говорить. Так. Почему за мной мама не приехала? Малыш, ну, мама сегодня пошла в больницу. Ей надо сделать там укольчик, и она сказала, что ты не будешь против, если мы тебя заберем. А из-за чего? Ну, ей доктор сказал, что из-за аварии ей сегодня нужно обязательно прийти и сделать укол, понимаешь? Ничего страшного,
Она не успела просто с тобой приехать. Окей? Угу. Пойдем сегодня погуляем? Да. Вместе? Угу. Серёжу возьмем? Угу. Возьмите меня, пожалуйста. Оп. Еще и пару кружков. Оп. Оп. Все прекрасно. Не получается. Так. Не стегиваешься? О, благодарю вас. Мальчик уже сел на голову. Я ничего не сел. Я просто летаю на шутке. Если я сплю. Да как? Что, ты замучился? Я-то поесть приготовила. Ну, что смогла? Ты видел? Вкуснятина. Вы в музей попали, да? Да, конечно. Мить. 20 тут. Вот Митя. А хлеб какой? Белый, черный? Что вы видите? Спасибо. Холодный, но не отвратительный. Это вкусно, это прежде. Вкусный? Суп кушай. Не хочу. Не кушай. Ты смотри, какой-то худенький. Воткнул в картошку вилку. И что? Получился у тебя человек, посмотри. Даже с глазами, смотри, вот, на него дырочки. Можно ли сделать рот? Рот можно сделать из чесночка. Вот так. О! А, осторожно. Волосы, смотрите. Мама, хочу воды. Налей мне, пожалуйста, водички. Это леший. А мы можем сделать волосы. На, как мы делаем? Чиполлино? Ну, не, мы делаем волосики, смотри. Чиполлино! Смотри, что произошло. Ой-ой. Это мозги. Мозги. Мить, не играй с едой. Я не играю. Хватит! Ну ладно, мы да начали прости. А что ты делаешь, Бэмби, на глазки? Давай лезь, ты лезь, под стол доставай. Ладно, сейчас. Серёж, помоги мне. Нашёл? Да. Мы что, с тобой не говорили о том, что не нужно играть за едой? Ну, мы начали, прости. Мы не будем больше... Не нужно его защищать. Мы говорили или нет? Да. Я не слышу. Говори, пожалуйста, чтобы тебя слышно было. Да. Да или нет? Да. В следующий раз, если ты уронишь картошку, будешь ее есть. Понятно? Понятно. Почему ты не ешь суп? Я не хочу. Возьми ложку и ешь суп. Не хочу. Ольга старалась и делала суп. Возьми, пожалуйста, съешь две ложки. Ничего страшного. Может, он картошку поест? Нет. Пусть он сначала съест суп. Что значит, съест картошку или не картошку? Что, все? Да. Все, выходи за стола, иди мойся и спать. Пока свет включу. Поставишь табуретку и включишь. Стоп. Иди сюда.
Скажи спасибо Сергею и Ольге за то, что они провели с тобой целый день. Спасибо. Тебе спасибо. Спокойной ночи. Спасибо, что погуляла с нами. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Может быть, я пойду сейчас к нему? Ну, конечно. А? Не-не, делай как хочешь. Я не думаю, что я какая-то там Мегера. Просто он вообще меня никогда не слушается. Просто если я их не выпью, то я просто как это, как Золушка превращусь в эту, как ее. Ну как эта штука называется? Ну такая. Сразу такой вкус, как будто. Я вообще так все кучу всего того, что нельзя, я все нюхаю, так как будто я чуть поел. Это видишь, мама инопланетянин, то не могу. А, вот это ты в оранжевом? Да, это я в скафандре, я то есть тоже нет. А это черепаха, это просто такая история была. Ну, он-то так он выглядит вообще. Он так выглядит уверенно. Он так орал. А, нет, мама, я моя. Она же страшная черепаха, вроде. Нет, ну она же что, черепаха, она вообще там голову там высунула, и все, ерунда. Вот, а вот я сейчас это все, да я обожаю. Там написала на рамке так. Мама. Готова ко сну? Да. Голову не мыли? Так, целую мамочку спать все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Робот, вперед. Слушай, мне надо укол сделать. Здорово так он, когда из ванны его вынес, он так хохотал. Пэтсон еще раз обыскал весь дом. Он уже разволновался не на шутку. Придется теперь искать во дворе, в саду и, быть может, у самой дороги. Но когда он стал одеваться, он не смог найти ни носков, ни ботинок. Вот вечно так, вечно все пропадает. Там, в старом мокром ящике, заваленном ржавым мусором и под пожухлыми листьями, прыгал от радости малютка Финдус. Когда недавно гуляли, лежали так на горке, и на нас метеориты падали. И чтобы сбить метеорит, надо в него плюнуть. А еще он будет говорить: алло, подходить к телефону, думаю, алло, здравствуйте, а мама в туалете. В детстве, когда мне уже было 14-15 лет, уже все девчонки целовались с пацанами. Все в классе, все рассказывали постоянно, как круто. Но вообще на меня никто не смотрел. Потому что я была очень худая, дохлая, мальчишки на меня не обращали внимания. Я решила практиковаться так, как-то надо, потому что в какой-то момент этот поцелуй наступит, надо быть уже подготовленной, профессиональной. Я подумала, что больше всего похоже? Губы. Я взяла 1 кг мандарина, очистила их, с мандаринами целовалась. Раз в лесу напала белка. Это реально, она выскочила и так на меня смотрит. Воинственно, белка вот такая. Я просто бросилась бежать. Она реально хотела что-то со мной сделать. А потом мы увидели настоящего кита. Он подплыл. У него белое брюшко, и когда он переворачивается под лодкой, ты видишь, какой он огромный, он гигантский. Они огромные, они больше, чем лодка. Подплыл под лодкой, вот так вот выпрыгивал, так делал. И обратно нырял, представляешь? Это самое красивое, что я видела. Ты не веришь, что они
могут существовать на самом деле. Класс! Я бы тоже хотела посмотреть на... Ну, эти как... Ну, про которых ты сейчас рассказывала. Как они называются? Ну, давай про это, про первого парня. Че, Сергей, ты первый парень, да? Или у вас еще ничего не было? Попала в аварию. Круто. Теперь у меня сбинтованная голова. Я теперь тоже хочу попасть в аварию. И я бы хотел бы. Внешне такая, ну, типичная модель, красотка, в общем. Я так сначала в ужасе вообще была. А она так, я с ней поговорила, такая девица, ну, так, женщина. Говорит, мечтала о цветочном магазине. Я пришла к ней в цветочный магазин, она эти букетики составляет. Нет, ну что, они трогательные люди. Он ее называет, она такая, ну, модель, худышка. Он ей говорит, там бультерьерчик, толстушка моя. Бультерьер, почему бультерьер? У меня же так хватит. Нет, ну видно, что это такая... Слушай, ну ты бультерьер, за что ты привязываешься к словам? Это же такие отношения между людьми, понимаешь? Такое доверие. А тебя кто-нибудь называл бы? Вот там ротвейлер ты мой. А что сидит? А Денис тебя? Вот Денис, как тебя называет, Денис? Денис меня ласково называет. Ну как? Киска? Как солнышко, слоник, котик, зайка. Бегемотик? Ну, тут ты знаешь. Ну вот, это тоже. Что, я похожа на бегемота, что ли? Я у него сразу спросила. Говорит, что, я похожа на бегемота? Все, бегемотик. Ну, говорит, ну я же говорю бегемотик, а не бегемот. Ты понимаешь, да, что ты параноик? Слушай, я не параноик, но когда бультерьерчик, ну, понимаешь, бегемотик – это доброе животное. Ну, он же добрый. Бежит. Что ты? Сейчас мне нельзя меня это. Так, меня будет сегодня кормить или нет вообще? Не знаю, как ему сказать. Давай я скажу. Не-е-е. Я сама. Ольга и Сергей. Ну да. Тебе же с ними весело, не страшно? Ты меня не слушаешь. Посмотри на меня, пожалуйста. У меня из-за аварии очень сильно болит голова. Понимаешь? Угу. Мне нужно лечиться. Пока я буду в больнице, ты же не можешь здесь быть один. Не нужно, чтобы ты поехал к Сергею и Ольге, понимаешь? Угу. Ты можешь повернуться ко мне, Митя? Я устала уже повторять. Но я тебя прошу развернуться и послушать меня. Ты меня услышал? Ты можешь на меня посмотреть? Иди сюда. Я хочу с тобой поговорить, ты занимаешься чем угодно. Я тебе 10 раз я тебе сказала. Митя, посмотри на меня, Митя, посмотри на меня. Ты слышишь, что я тебе говорю или нет? Ты меня хочешь на органы продать? На какие органы? Ты чего? На детишек.
Ты чего, дурачок у меня? Я видел по телевизору, как некоторые мамы продают детей на органы. Конечно, нет. Ни на какие детские органы я тебя не продаю. Я не могу тебя взять с собой, понимаешь? Туда не пускают деток. Можешь меня послушать? Не пугай. Но я тебя не пугаю. Не пугай. Я тебя не пугаю. Пугаешь. Нет, не пугаю. Пугаешь. Не продавай мне. Без дядек. Хочешь меня продать, потому что я себя плохо веду? Потому что я с собой тарелку не мою. Я сейчас помою. Прям всю посуду помою. Мам, я все помыл. Теперь ты не обижаешься на меня? Нет, не обижайся. А со стола еще крошки уберешь? Все, я звоню, да отменяю. Скажу, что мальчика больше не продаем на органы, да? Алло? Да, здравствуйте. Нет, нет, вы знаете, он такой помощник стал у меня. Он так исправился. Он теперь моет посуду и крошки со стола убирает. Нет, нет, ни за какие деньги. Даже за миллион-триллион долларов мы не продадим такого мальчика. Ну, ты молодец, ушастик. А я одна еще больше, сказала вторая. И они начали в один голос. Жила-была Мюнхла, очень добрая и милая. Еще она была большая и сильная, умная и красивая. Это была самая лучшая Мюнхла на свете. Да, задумчиво сказал Финтус. Но ты мой лучший друг. Угу. Кивнул Пэтсону и улыбнулся. Это точно. Все, конец. Мам, а кто такие Мюнхлы? Мюнхлы — это такие невидимые помощники Финтуса. Ты знаешь, что я тоже Мюнхла? Как? Но даже когда ты меня не видишь, то я все равно с тобой, понимаешь? Если с тобой что-то случится, то я все равно всегда буду рядом. Я всегда тебя слышу. Ну что, поживешь немного, Ольги, Сергей? А если долго? Не надо долго. Я постараюсь недолго, ладно? Они точно не продают тише орган. Эти тише орган? Точно, точно. Они хорошие. Ты их сам-то не обижай, ладно? Ваше предательство. Ты их слушайся, ладно? Сергей обещал тебе велосипед купить. Научишься кататься.
Это Света? Ага. Вы из хосписа? Да. Вы Кенни? Ага. Ой, она умерла вчера. Шутка. Заходите. 14 минут. У вас кофе есть? Да, у меня пирожные есть. Хотите? Проходите. Угу. Сейчас я... Можно, да? Стул, да, пожалуйста. Нет, вы меня простите, пожалуйста. Сейчас я просто волнуюсь, потому что я, короче, первый раз. Я тут немножко съела сверху. Красиво. Так, ну что вам еще надо-то? Может быть, посидеть с вами просто? Там, о, класс, давайте посидим. И я подумала, может быть, я классно. Просто уберусь сначала потихоньку, да? Круто, и полы помойте. И полы помойте. Вам, наверное, же, ну, тяжело. Давайте, может, я... Не, мне круто. Я на колесах когда? Это вообще... Ага. Ну, это как ЛСД просто. Я звонить вам буду 3 раза в день. И приходить буду раз в 2 дня. Просто это самое. Ты не заморачивайся, потому что я на этой неделе собираюсь тут покончить с собой. Но перед этим я хочу, значит, что? Значит, погуляем, поедим мороженое-пирожное. Ты фильмы качать умеешь? А я не умею. Фильмы качать, но парень, да, мой. Парень. О, парень есть, класс. Ага, да. Пусть он мне тоже позвонит. Конечно. Что? Шутка. Пусть звонит ему. Нет, я просто ему скажу, ну, какие... можете сказать, конечно. Какие фильмы, да, качать. Все, я ничего не претендую. Хотя я когда-то была ничего. Ну, сейчас тоже. Сейчас, сейчас ничего и... Ой, ну, еще... Вот. Что же? Да пишите, я знаю, знаете, я, педикюр. Я не знаю, что говорить. Я как-то, ну, плохо у меня с разговором. Я буду говорить, я вот 2 недели вообще ни с кем не говорил. Маникюр, педикюр сделаем вам, конечно, да. Доброе. Класс. Так мне нравится. Ты боишься высоты? Я очень. С детства. Все, тогда сегодня мы прыгаем с парашютом. Что, у вас шея болит? Ой, да. У меня на самом деле тоже у самой шея болела, но я пошла на йогу, и как-то стало мне полегче. Так у меня все время тоже шея болела. Ой, у меня есть книжка с собой. Там, ну, это все для совсем начинающих. Поза героя. Ага, вот поза красивая такая. У меня, правда, не получается. Руки тяжело держать, на самом деле. Похоже на Камасутру. Да? Наверное, это же все как бы... Индия. Врикшасана. Мне скажите просто, что вам надо. Я поеду и все куплю завтра. Там, может быть, соломинки, чтобы... Да ладно, легче. Соломинки у меня есть. Есть. Ай. А вот это выбрасывать? Да. Нифига себе, что делаете? Круто. Зачем ты так делать-то? Ну, а если удариться? Я же потом не буду знать, что делать. Вот так вот. Вот так. А я сейчас это, подушку. Сейчас подушку принесу. Ладно? Шутка. Все, я уже иду. Да это шутка, шутка. Какая шутка-то? Ладно, я же испугалась. Не, не надо так делать. Да, правда. Ну, прости, пожалуйста, я больше не буду. Но это правда шутка была. Ну, прости. Вот хиосы жесткие. Угу. Круто. Конский хвост. У меня тоже были крутые волосы. Барашка. Как ты думаешь, я блондинка или я кудрявая брюнетка? Пойдем? Если мне надо выпить, вот дай мне это, пожалуйста. Ага. А сколько? Сейчас меня будет тошнить. Нет, все, уже не тошнит. Пошли. Все? Обратно пойдем, да. Пойдем обратно. Классно, ты меня обнимаешь. Ты придешь ко мне еще? Я приду еще, да. Ой! А ты ноги бреешь? Я ноги. Бывает, да, летний сезон.
Не, ну брею, конечно. А я не брею. Я больше никогда не буду брить ноги. Иду. Иду. Уже здесь. Подглядывай. Лиз. Случайно. Совсем случайно. Ты не помнишь, какой канал надо включить, чтобы там видео было? Давай в службу спасения позвоним. Алло. Придется нам разбираться самим. Вы что, не приезжаете к смертельно больному? У меня не работает видак, похоронили? Ой, всего я ничего не умею. Вот оно. И о, что? Просмотр. Надо. Браво, ты лучшая. О. Так. Кого-то. Кого-то. Весь мир я найти. Чтобы найти кого-то. Чтобы найти кого-то. Давай пой. Весь мир я найти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще раз.
Пойдем, не спать, пора, ложи меня. Ага, пойдем. Скоро тебя вообще видно не будет. Какая вкуснотища. Я наелась, спасибо. Мам, можно мне мультик посмотреть? Я очень плохо слышу. Мам, можно мне мультик посмотреть? А, можно тебе зубы почистить? Можно. Нет, мультик. А зубы? Можно мне почесать тут голову? Чеши мне, ага. Ой, еще посильнее прям. Чеши, чеши. Класс. Мам, кто такие лохи? Что? Кто такие лохи? Лохи – это такие люди, которые исследуют лохнесское чудовище. Помнишь, мы с тобой читали? О, тогда я хочу быть лохом. Ты видишь, что я сделала прическу? Аккуратно. Очень. Чуточку на Страшилу похоже, а так хорошая прическа. На кого? На Страшилу. Так, ну какого Страшила? На голове солому которого? Thank you.
когда бобры делают деревья плотину, они деревья выплевывают или грызут? Душистый. Еще этот. Чай купил брусничный. Ин! Три. И опасная ситуация. Один на один. Смотри, клево же. Круче же, чем PSP. Нет. Давай дальше. Чего нет? Почему нет? Потому что ты мне все время выигрываешь. Ну, чувак, ну а что? А ты сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, не болтай. Давай, дальше. Это что было? Гоу! Верни, пожалуйста, молодой человек, вратаря на место. Ты что, не понимаешь? У него проник синитель. Давай, возвращай игроков, будем доигрывать. Пришла? Пошли. Перерыв. Поймал, уже не надо. Я выиграл. Дома, Люся, ты выиграл у папы? Да. Ну, нет, мальчик, это фантазирует. Выиграл у папы в хоккей? Да. Да, слушай, папа мальчик. Теряет квалификацию. Стареет, наверное. Ты расскажи маме, каким путем ты выиграл. Иди ко мне, мама. В его команду проникли вселители. Чего проникли? Вселители. Вселители? Нет. Это что такое? Вселители. Вселители. Да, ты права. О-о. И вот он вот так стал лизать. Так, а что такое вселитель? Расскажи мне. Это зомби. Зомби? Зомби. Когда они проникают в человека, человек становится зомби.
и улетает в неизвестном направлении. Угу. Телепортируется, что ли? Да, телепортируется. По-моему, мальчику пора писать фантастические романы. Угу. Все впереди у нас. Да? И каждое предложение отделить друг от друга вертикальной чертой.